Пенсия – время пожить в свое удовольствие, открыть места, которые не было возможности посетить в трудовые будни. В день пожилого человека счастливые обладатели пенсионного удостоверения смогли посетить областной художественный музей бесплатно. Это приблизительно 10 лет. Наш музей присоединяется вот к этой акции празднования Международного дня пожилого человека. И в этот день у нас вход бесплатный. В этот день достаточно большой поток посетителей, приходит порядка 1000 человек. Пенсионеров, решивших вместо рутинных домашних дел уделить время искусству, традиционно оказалось немало. Для пожилых посетителей в этот день открыты все экспозиции. Но сотрудники музея обычно на этом не останавливаются и приготовили массу других сюрпризов. Концерты, где выступают профессиональные музыканты, профессиональные исполнители, или детские коллективы, или студенческие коллективы. Мы читаем лекции, мы проводим экскурсии. Вот сегодня, в этот день, у нас две экскурсии. Одна по коллекции авангарда, «Авангард. Опыт нового мира», и вторая экскурсия по выставке Цветаевой в кругу русских художников. Искусству все возрасты покорны, а когда возможность посетить музей предоставляется в подарок, грех ей не воспользоваться. Результат акции – множество восторженных посетителей и положительных отзывов. Специально, как только узнала супруга, сразу решили, подходили в краеведческий музей, и вот художественное обязательно. Пенсионеры рассказывают, смена обстановки – это уже праздник, но хорошо бы иметь такую возможность не только раз в году. Хотя в художественном музее и в остальное время пенсионерам предоставляют скидки. Входной билет для пенсионеров в любой день стоит в 5 раз дешевле, чем для других посетителей. Так что повод посетить музей есть всегда. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.